Признайтесь, пожалуйста. Давайте. Всем привет, ребята. Приехал красочку купить титановую для покрытия кузова. Вот такую белую себе выбрал. Колер. Кунг покрасить, чтоб не ржавел. Такой тут выбор. Как буду красить, покажу на своем каналчике. Вот столько грамот, разрешений на стене у ребят. Нужен будет адресочек, всем скину. За красочкой я пошел. А вопрос на засыпку. Старую краску всю снимать не надо, просто ее немножко след зашкурить, да? Замотовать, да? Замотовать, да? Чтобы она не была такая гладкая, убрать этот лак, да? Сделать резку. Ага, чтобы схватило за что-то. 120-й абразив можно использовать. Ох, я как раз 120-й сделал. Так, это есть, это есть. Так, вот моя посылка. У вас всегда есть наличие или лучше звонить так, чтобы переспрашивать, да? Можете, конечно, набрать. Ну, для кунга же двух банок хватит, мне кажется, да? По идее, да, должен. Есть какие-то особенности покраски, что-то там? Ну, вы уже сталкивались? Нет, не сталкивался. Нет. Первый раз. Как бы сейчас так на пальцах все сложно будет. Так, сейчас крышечка. Ну, зашкурил. Обезжирил. Грунтом покрыл. Сколько надо дать просохнуть? Ну, по грунту можете буквально там через 40 минут. Можно и уже пройтись. Да. Первый слой пройдет. Лишним не будет, если вы еще и грунт замотуете. В перспективе. Если вы, допустим, переждали какое-то время, ага. Уже там прошло более да, я понял. Час, то еще можно скотч брать, там его пройти, сделать риску, то есть, чтобы был... Чуть-чуть так, чтобы схватило. Зацеп, да. Хорошо, вот видишь, уже, пожалуйста, подсказал. А первый слой сколько сохнет? Минут... По титану? Да, уже. Ну, где-то минут 20-30 полчаса. И уже можно второй слой покрывать, да? Ну, если бы раньше, то у вас получится он такой более глянцевый и растекшийся шагрень.
То есть тут как бы еще надо понимать, какая вам шагрень нужна. Ну, мне надо, чтобы как вот... Как, если такая более шершавая, да, то шершавая, выдержку межслойную дольше делать. Делать, да? Да, если вы будете маленькую делать выдержку между слоями, то у вас получится он такой более как глянцевый, хочешь. Более гладкий. Но я не хочу. Скажем так. Сейчас крышечку найду. Чтобы взболтать, да? Там краска-то не засохнет. Чё? Вот что открутил, не засохнет. Нет, там ЗП есть. Ага, значит, ЗП у меня. И еще такой вопрос. Смешал, сколько времени дается? Минут тоже где-то полчаса максимум. Полчаса и твердеет, да? Да, с отвердителем. Немножко можно разбавить чуть-чуть или не следует делать? Можно. Можно, да? То есть на килограмм допускается разбавителя, это где-то 10%. Ну, я понял, все. Не более 100 грамм, это максимум. Так, люкс я положил. Вот, положил. Антикор. Есть, да, вот. Угу. Его также разбавителем можно, да, разбавить? Его можно не разбавлять вообще. Да? То есть вы антигравитель. Он сразу готов. Воткнули в него все, можете сразу носить. Ну, спасибо большое. Спасибо большое. Если попросить второй. Сам видишь, он колется. Сейчас, не дай бог, рухнет, блин. Блин, по дороге не потерять. До вас 20 минут идти. Я думал, побыстрее немножко. Спасибо большое. Да, да. Всего доброго, до свидания. А титаном будет покрыто, нет? Да. Ну вот. Все это находится здесь. Заходите на такой вот сервис и поднимайтесь на второй этаж. Вот он вход. Вот в тот ход дальний ходить не нужно. А здесь поднялись на второй этаж и до конца. Прямо там ребята сидят, работают. Ну вот, Байкальская 4. Здание. И мы переходим вот по этому пешеходному переходу. И мы идем сюда, мимо этих труб. Ну что, ребята, идти приблизительно от остановки 15 минут. Третья парковая. Дворами. Всем, кто был со мной на канале, спасибо большое. Подписываемся, ставим лайки, едем покупаем себе красочку Титан и антикор.